Югорские школьники прочитают стихи на родном языке. В регионе запустили акцию «Наша гордость – родной язык». Флешмоб приурочен к Международному дню родного языка. Для участия в акции необходимо всем классам прочитать стихи на одном языке. Видео не должно быть больше 2 минут. Этот ролик надо публиковать в соцсети ВКонтакте до 20 февраля. Чтобы видео смогли посмотреть как можно больше пользователей, стоит поставить хэштег «Родной язык Югра».